конце 60-х годов 20 века в СССР была издана книга «Жизнь и сказки Уолта Диснея». Тираж книги был мгновенно раскуплен. Читатели хотели узнать как можно больше о человеке, создавшем их любимые фильмы. Бренд Диснея – это удовольствие, это счастье, это общение с искусством, это общение с художественным произведением, и общение с хорошими актерскими работами. Дисней – это детство, юность, мой университет. Для Алины Важениной из Волгограда Дисней – это еще и любимая книга, фотографии которой Алина разместила на странице одной из социальных сетей. Расскажите и вы свою историю, связанную с персонажами Дисней. Автора лучшей истории ждет главный приз – путешествие в мир Дисней.